Здравствуйте, друзья. Сейчас я покажу вам, как снять мотор поворота тарелки на микроволновке Велтон. Микроволновка вот такая у нас. Не крутится двигатель. Чтобы снять, тут проблем как бы нету таких. Если, конечно, люди не знают. Но снимаем, я покажу. Вот эта штука, она прикреплена. Ее надо обрезать. Когда вытащим мотор, я покажу, потом ее надо развернуть. Вот эти четыре штуки перерезаем. Вот он стоит, мотор. Теперь, чтобы его снять, он крепится всего на одном болту. Отворачиваем. Вот он, двигатель снялся. Потом также меняем, когда провода одеваем, фишки вставляем. Все, и закручиваем. Теперь как вот с этой штукой поступить? Ее разворачиваем. В ней шлицы. Вот. Вставляем шлицы. И вот так она подходит. Саморез. Вот и все, завернули. Все. Вот так меняется мотор. Ничего сложного нету.